СТС Лав представляет. Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. На 5 девчонок сотни парней. И у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я оценил себя 500 баллов. Как мелочевку не хочу себя оценивать, потому что это номер моей квартиры. В родном городе, пожалуй, можно только мороженое купить. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Я посмотрю! Я всегда играю. Мне кажется, не то ориентация. Если он умеет жарить картошку, значит, он умеет еще что-то жарить. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Вот она я. Горячий мужчина. Ну, нормально, давай, вот, давай, ну как? Раз, хоть сексом ты умеешь заниматься? Своя. От него зависит, будут ли за него бороться. Так, я сейчас не поняла! Или сольют. Я девственник. Спасибо. Пока. Нет. Давай, пока, иди пока. Уже. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Я не смогу быть с мужчиной, у которого грудь больше, чем я. Пас. Желаю удачи. Красненькая. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. А вас ждут фуфло. Фуфло. Счастливо. Сама ты фуфло. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Сделай правильный выбор. Выбери меня. Прямо сейчас 5 девушек вступают в борьбу. Весело. Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Алина, 17 лет. Девушка-смешинка. Может просмеяться 5 часов без перерыва. Соперницы, вам на заметку. У Алины нет подруг, и она не верит в женскую дружбу. Лана, 28 лет. Искрометная фантазерка. Обожает играть мультяшных персонажей и веселить людей. Лана не любит клубных мальчиков. Ей нравятся серьезные мужчины. Диана, 17 лет. Горячая штучка со взрывным характером. Ищет себя, экспериментирует с образами и взглядами на жизнь. Знает себе цену и уверена, что парень должен ее ценить. Ищет уверенного в себе красавчика без финансовых проблем. Лия, 24 года. Она решительна и бесстрашна. На пути к своей цели не остановится ни перед чем. Считает, что мужчина должен быть постарше, чтобы было о чем поговорить. Надежда, 23 года. Дерзкая королева. У Нади 21 тысяча подписчиков. И все они ее обожают. Но хочется же встретить того самого. За ним Надя к нам и пришла. Привет, девчонки. Привет. Привет, фиксы. Почем смотреть будем? Я пришла за мужчину за 500. Сильно и уверенно. Да, согласна. Потому что я такая. За 500, мне кажется, нужно за 300. За 500 может казаться. Давайте ну, за да, 300 возьмем. Самооценка явно завышена у молодого человека. Mm-hmm. Давайте за 300. 300, да. Золотая середина, согласна. Виталий, 26 лет. Модель. Плавает по студиям и подиумам, как рыба в воде. Мечтает о такой, чтобы с ног сбивала внутренней красотой. Слушайте, ну на самом деле модель, да, интересна. Ну, мне 26 лет все-таки многовато. Мы будем соперничать с ним, поэтому я пожалуй, да, пас. Ладно, тебе вот как раз-таки модель подошла бы. Нет, я боюсь, что не сможет со мной справиться. У меня внутренний богатый мир, я сыграю. Я в игре. Я пас. Киска, что скажешь? Пусть он по подиуму плавает один, я пас. Ну ладно, ладно, посмотрим на эту модель. Я в игре. Я
Я себя оценил в 300 баллов, потому что я считаю себя одним из спартанцев. А как известно, спартанцы самые лучшие были в своем деле. Мой девиз – трудно быть скромным, когда ты самый лучший. Привет, девчонки. Привет. Волосатенький. Вау, сильный мужчина рядом – это отлично. Что ты еще, как ты нас можешь удивить? Что ты можешь нам еще показать? Ну, могу подиумную проходку показать, могу съемки. Покажи. Допустим, позу показать. Ну, съемки. Скажи, пожалуйста, вот, творчество, модель, твое увлечение по спорту. Это все хорошо, конечно, да. Но а деньги тебе что приносят? А модельный. Ты хорошо зарабатываешь? Да. Ну, в принципе, я не знаю, 120 тысяч в месяц. Но я зарабатываю больше. Это в среднем выходит. Как ты относишься к тому, что девушки зарабатывают больше? Чуть больше? Отлично. А я как бы не против. Ты будешь стремиться зарабатывать еще больше? Конечно. Я даже могу повысить, но хочу глянуть, как ты будешь смотреться со мной рядом. О, джентльмен. Ну, неплохо. Ой, идет, да. Тебе идет, к лицу. Спасибо. Я не люблю волосатых и бородатых, простите. Тогда пасуй. Ты, конечно, миленький и хорошенький, но я предпочитаю других мужчин, которые... Супер. С таким стержнем внутри, более брутальные и целеустремленные. Ну, я пасую, слушай, на самом прости. Деле я тоже хотел помоложе. Да? Как бы я сразу посмотрел на правую сторону, извини. Конечно, мы вот не сошлись с тобой, пас. Сошлись по возрастам. Да, люблю мужчин постарше. Ну, все, да, удачи как бы. Тебе. Дедушки там скоро будут, в принципе, они зайдут. Ну, не настолько постарше. Пока-пока, девчонки. Пока. Меня не выбрали, наверное, потому что те, которые интересные девчонки, я им по возрасту не подошел. А те, которые соу-соу, да, то есть как бы такой второсортный формат, вот, они просто увидели, что я красивее их, и поэтому они не смогли как бы сделать выбор. Почем смотрим, парни, девочки? Ну, мне кажется, может попробовать со 100, потому что 300 впечатлил. Ну, тебе только на 100 играть. Ну, я люблю всегда в 100%, да. Поэтому, да, я хочу попробовать на 100. Я тоже за 100. Ну, да, в принципе, как вариант. Окей, смотрим за 100, тяночки. Владимир, 30 лет. Работает менеджером по закупке автомобилей, но в душе актер. Сумеет очаровать любую девушку. Уверен, его избранница должна быть милой. Я могу сказать, что я считаю, что я милая, добрая, поэтому я сыграю. Актер говорит, ну я посмотрю, как он мне пантониму покажет. Ну, я, в принципе, такой разносторонний. Да, я, в принципе, тоже какое-то время хотела поступать в театралку, поэтому я думаю, мы найдем о чем пообщаться. Тяжелый вопрос. Нет, я сыграю. Мне понравился рассказ о мужчине. Я хочу смотреть. Я пас, девочки. Он не в моем вкусе явно. Сто баллов, потому что решил начать со 100. Соточку накинул, горочку пошел. Привет. Здравствуйте, барышня. Привет. Здравствуй. Чем будешь удивлять нас, актер? Ты в душе говорят. Я хотел говорят... прочитать вам монолог из своего будущего спектакля. Давай. Да. Ой. Готовы? Плакать нужно будет. Посмотрим. О, конечно, всегда готова. Видишь ли, меня притягивает и интересует в этой жизни ее, как бы это выразиться, ее страшная обнаженная правда. О, боже. Понимаешь ли, с нее как будто бы сдернуты все условные покровы. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества. Нет никаких сделок ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом своих предков, ни со своей совестью. Никаких иллюзий, никаких прекрас. Вот она я, публичная женщина. Общественный сосуд, клоака для стока избытка городской похоти. Иди ко мне любой, кто хочет. Кто Ты не хочет? Встретишь отказа. В этом моя служба. Но за секунду этого сладострастия в попыхах ты заплатишь. Деньгами, болезнью, отвращением, позором. Что за чушь? И все. Все, пас. Нет, ты похож на диктора на Савеловском вокзале. Где эмоции? Ты же актер.
Честно, на самом деле, я не поняла, где была роль, а где ты говорил правду, когда ты был женщиной, вообще что да, это? Да, и твоя неуверенность, это ты действительно переживаешь, или это часть роли, просто ты стоишь, переминаешь руки, это не очень. В смысле я переминаю руки? Берите меня кто хотите. Это такой девочки, ход. Тебя возьмут, хотите. Но не это, здесь. Это я тоже пас. Ход. Я же монолог рассказываю, это ход. Ну, монолог-то ты взял же откуда-то. О чем? Про жизнь в публичном все доме. Все на одной волне, и баба, и ты, и автор, все просто вот так вот. Ну, я думаю, машинами неплохо заниматься. Занимайся лучше машинами. Я пас. Меня не выбрали, потому что я плохо читал монолог. Девушкам не понравилось. Хотя я считаю, что это было неплохо. Кого смотреть будем? Давайте уже на 500. Я устала смотреть этот шоу. А я сразу тебе говорила. Давайте на 500. Ну вот и проверим, права ты была или нет. Вот смотрим да. на 500. Лев, 19 лет. Будущий электромонтажник. Может забить мяч в корзину из любой точки поля. Его идеал – отзывчивая и стройная фея. О, малышечки, ваш мужчина пришел. Правда, вы, конечно, не очень худенькие, но сыграть вам стоит. А я точно пас. Не переживай, возьмем чем-нибудь другим помимо фигуры. Ой, девчонки, забирайте. 19 лет – это явно не для меня. Да, я выберу мальчика, молодой. Вот, а вы своих в пенсионном фонде ищите. Ой, девочки, ну я же говорила, что за 500 – это не факт, что будет хороший. 19 – очень молодой для меня, хоть и описание подходит под мой образ. Но я пас. Спасибо. Оценил себя в 500 баллов, потому что я высокий, бру выше. Какой хорошенький, девочки, забирайте. Всем привет. Привет. Я обо мне немножко тут рассказали, но еще играю я в страйкбол. Как бы позитивная игра. Можно будет как-нибудь сыграть, если выберете меня. Какие планы на будущее, мальчик? Ну, сначала доучиться надо, а потом уже на вышку пойти. А на кого ты учишься? Электрик. Электрик? Да. Ой, можно я сразу откажусь? Я не хочу лампы в лифтах менять, поэтому, девочки, мне нужен красивый... Нет, ты симпатичный, я ничего не говорю. Но мне нужен модный, рядом со мной должен быть модный мальчик и с денежками. Я не собираюсь тебя в рестораны водить, прости. Не без проблем. А я очень давно хотела сходить в поход, поэтому, надеюсь, мы с тобой пообщаемся и сходим когда-нибудь вместе. Давай. Вау! У нас меня образовалась Алина зовут. Пара. Очень приятно. Пока, девчат, всем удачи. Пока-пока. Пока. Лев мне понравился тем, что он добрый, от него очень приятная энергетика идет. Я думаю, что у нас с Алиной все получится, потому что у нас с ней схожий характер. Мне кажется, мы будем хорошими друзьями со Львом. Вот. А ничего большего не получится, потому что мне нравится немножко другой типаж молодых людей. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Люси. 25 лет. Девушка-бомба. Харизмой просто убивает. Профессиональная джазовая певица. Считает, что для того, чтобы возникло чувство, нужна искра. Салют, бэйби. Давайте смотреть дальше, да. Мужчин. Так. За 100. Поддерживаю за 100. Да, давайте смотреть. Погнали. Кирилл, 25 лет, безработный, считает, что в отношениях главное – личностный рост. Отлично играет на рояле, готов содержать свою избранницу, однако уверен, что умная девушка все равно будет работать, иначе ей скучно. Если он безработный и может обеспечить, как в его профайле, девушку свою, скорее всего, там есть где-то подводные камни, поэтому я сыграю. Знаешь, играет... какие подводные камни? Это музыкант, он нищий. Девочки, играет на рояле. Вы же знаете, что я пою? У нас получится с ним неплохой тандем. Ой. Я, пожалуй, посмотрю. Давай, обязательно. Давай. Я смотрю. Тоже не буду упускать шансы. Тоже я в игре. Посмотрим, какие сейчас безработные мужчины. Никто не против, я воздержусь. Да ладно, ну ты чего? Такой парень я сейчас выйдет, посмотрим. С музыкантами.
Ну, я готова сыграть, посмотреть, что там у нас за 100. Угу. Я оценил себя в 100 баллов. Цифры, они ничего не решают, решает дело. Котик, привет! Смотри, все девочки играют за тебя. Первый вопрос. Как ты будешь содержать... Ну, подожди, давай сначала я начну. Свою... О, какой дерзкий, дерзкий, как ты прям. Ну, во-первых, дамы, честно сказать, меня предупреждали, что будут как бы девушки красивые здесь. Но вы просто очаровательные все. Жарко стало. Продолжай. Как ты будешь обеспечивать свою девушку? Ты же безработный. Ну, подожди, мы с тобой даже познакомиться не успели. Нравится. А ты уже в карманы ко мне лезешь. Теперь слушай меня сюда. Я тебе задала вопрос, как ты будешь содержать свою девушку. Ты же безработный. Смотри, какая дерзкая. У меня есть еще некие источники дохода, о которых я озвучу той, кто меня выберет здесь. Подожди, а ты в профайле сказал о том, что девушка должна работать. Это не случайно не из этих источников нет, деньги ни в коем случае не из-за этих. Альфонс? Нет, но я похож на Альфонса, скажи мне. Эскорт-услуги? Я хожу в дырявых джинсах. Ладно, чем ты нас удивишь? Ну, я могу на руках пройтись. Хочешь? Да, прям к тебе сейчас. Прям давай ко мне. Ну, ты лови, страхуй. Хорошо. Я словлю. Забирай, Надежда. Хороший парень, мне нравится, но, честно, можно я встану, посмотрю? Конечно, пойдем, пойдем. Я просто высокого роста, и у меня вот комплекс. Ну, подожди, вот смотри, все знаменитости, Басков, Пригожин, Тимати, у них все девушки выше, понимаешь? Я все же отхожусь, нет, ты не мой формат. А я не против, плюс 100. Я, пожалуй, пас. Мне нравится сэд-бой, такой, как ты, плохой мальчик, но я тоже переживаю за свой рост. Я сейчас также стану, примерюсь. Приглашаю. И хочу слышать, девочки, ваше мнение, как бы... Он хорошенький, вместе. Мне нравится. Если бы не рос, я бы взяла. Как часто я это слышу? А ты не становись на подиум, не становись. Ну, знаешь, неплохо. Не, вы вот не если, если... Но мы как и не я, правильно? Если а вот нравится наша пипочку, девочка? Эта куртка нравится, крутая. Спасибо. У тебя кроссовки на высоком каблуке плюс помпочка. Ну, конечно, конечно. Помпочку так мы с тобой одинаковые будем. Что ты переживаешь за рост? Забирай, нравится? Ну, в принципе, вроде симпатичный. Ну, блин, ты мне на самом деле нравишься. Ну, ты такой самовлюбленный. Ты мне тоже, кстати. Между прочим, я тоже музыкант. Серьезно? На минуточку. Так, подожди, подробнее с этого момента. Дашь бит? Да без проблем. Не спеши, я начну. Давай. I can do what I want, I'm in complete control. Just wanna tell myself I've got a mind of my own. I feel alright alone. Don't need anybody else. Give myself a shut up, детка. No more. Ты посанула, значит, петь буду я. You have never made it back. О, как борются за тебя девочки, ты видишь? И заметь, у одной синяя, у другой красная. Выбирай, там тембр с таким окрасом, не пожалеешь. Действительно, очень сложный выбор. Вы все прекрасные. И как хорошо, что ты облегчил мне своим красным нажатием кнопки, правда. И я тебя сделаю легче. Походу, я не переживу. Потому что я вижу эту связь, эту искру вашу. Я ва-банк. Хороший аргумент. Я мулаточка, экзотика, поэтому я думаю, он выберет меня, я иду ва-банк. Сложный выбор. Итак, барабанная дробь. Единогласным решением судей я выбираю Диану. Диану. Молодец. Понятно. Хороший выбор. Ну и ладно. Но тут не место. Ой, боже мой, киска. Такая девочка. Ты даже не знаешь, куда ты попал. Не, клево, клево смотрится. Ведь даже платье тебе не помогает выделиться. Мы с ней похожи, мы как инь-янь. Как черное и белое. Знаете, полоски у зебры есть? Вот так же мы сочетаемся с ней. На самом деле я люблю мальчиков повыше. Просто Кирилл оказался самым симпатичным. И чтобы не остаться ни с чем, я решила выбрать его. Да простит меня Кирилл. В принципе, я считаю, что совместное будущее с Дианой у нас есть. И я приложу все усилия для того, чтобы это сделать. Я надеюсь, Кирилл этого не увидит, но я думаю, что совместного будущего с ним у нас нет.
Видишь, даже твое платье не помогло выделиться. Никто тебя не выбирает. Иди, иди отсюда. Мой настоящий мужчина еще будет меня ждать. А вас ждут фуфло. Фуфло. Счастливо. Сама ты фуфло. Давай, пока, давай. Бэйби. Скоро праздник на твоей улице будет. Не спасет тебя платье. Я чувствую полное разочарование. То, что молодой человек не выбрал меня. Я думаю, что его покорило то, что она мулатка, да, и наверняка у него таких девушек еще не было. Но я не расстраиваюсь. Возможно, он настоящий Альфонс. И не потянул бы такую красивую девушку, как я. А в студии появляется следующая участница. Анастасия. 19 лет. Строгость ей к лицу. Настя знает, чего она хочет от жизни, и непременно этого добьется. Уверена, что на нашем шоу все подруги и специально притворяются, когда ссорятся из-за парня. Ну что же, проверим. Анна. 17 лет. Добрая волшебница. Любит детей и мечтает стать учительницей. Внимание соперницам! Анна увлекается биологией, поэтому найдет и вырвет ваше сердце за 3 секунды. Привет! Привет! Ну что, каких мужчин будем смотреть? Наверное, за 100. Такой, извините, хлам за 100 смотреть? 300. Давайте за 300, за да? 300. За 300. В прошлый 300. Раз был такое? Хороший за 300, поэтому смотрим, я думаю попробовать. Все за 300. Ой... Владлен, 18 лет, пишет музыку. Свой будущий дом сначала создаст в 3D-модели. Своей избраннице споет серенаду, которую для нее предварительно напишет сам. Ну, на самом деле, походу, это твоя история, но там еще что-то с музыкой было. Может быть, попробовать? Играй. Я всегда играю. Я надеюсь на лучшее. Ну, молоденький музыкант, почему бы и нет? Ну, интересно, на самом деле, что там за персонаж, поэтому попробую, играю. Интересно, что он может нам спеть. Я играю. О! Ну, посмотрим, как он споет. Триста баллов, потому что я начинающий рэпер, я перспективный, но пока еще не богатый. О-о-о, какой интересный. Ой, опасно, короче, привет. Все. Привет, девчонки. Забирай привет. Нас всех. Меня зовут Владлен, недорэпер. Сейчас хочу пойти в музыкальную школу, чтобы нормально петь по нотам. А так пишу песни, ну и музыку также электронную делаю. А почему ты себя называешь недорэпером? Почему ты себя так низко оцениваешь? Ты падаешь в глазах. Ну, потому что я еще не продвинулся хорошо, но это будет в будущем, в ближайшем, прям вот первые 2 месяца, ближайшие и все. Забирай и ученика. Поверьте, вы меня увидите. Слушай, может, ты нам пофристайлишь? Я много студентов. Я не очень хорошо фристайлю. Я долго над текстами думаю, но они получаются. А что ты нам можешь показать? Ну, посмотри, сколько девушек, и все выбрали, по сути, еще пока тебя. Да, удиви нас. Все хотят, ну, я же красавчик. Такое увидеть. Правда, я не очень... Слушай, пожалуйста, красавчик, можешь что-нибудь из лирического? Дай души. Ну, не для кого. Ну, давай, типа, не хочу, чтобы... Не для кого-то сказал. Ну, я ожидал больше. Что? Посмотри внимательно на меня. Фу, да ты... Ты отстой. Прощай, моя лава. Ты не умеешь общаться с девушками, ты быдло. Самооценка слишком высокая. Зря пока, ты это пока. Сказал. Девочки, надо проводить его. 3-4 раз. О, пока. Пока-пока. Недорэпер. Меня не выбрали девушки, потому что я слишком дерзкий для них. Они не вывезут меня. Да, я ожидала большего, конечно. Не повезло нам с парнями. Особенно с последним. Ну, не для него, и не для него, и не для него моя роза цвела, поэтому все хорошо. Звучит как-то вульгарно. Ой, роза цвела. Я только пришла, извините. Главное, чтобы не зацвела. Она не завянет, она у меня сезонная, типа. Если что, можно засушить. Ну, ничего, девочки, я думаю, что мы все равно найдем. Попробуем в следующий раз. Всем пока.